фитнес-клуб «Тэквондо Лэнд» приехали все звезды армрестлинга. Для каждого единоборца противостояние не просто турнир. Это испытание самого себя на прочность и выносливость, так как система соревнований уникальная и попадает сюда далеко не каждый. Этот турнир мы хотим сделать рейтинговым. Всего участвуют 10 человек, ни больше, ни меньше. Чтобы спортсмены, чем больше их будет становиться, стремились в течение года получать себе какие-то титулы, чтобы попасть в этот турнир. Он будет коммерческим, чтобы спортсмен был заинтересован, и победить на нем будет очень престижно. У турнира противостояния есть еще одна привлекательная особенность – отсутствие деления по весовым категориям. Здесь каждый борется с каждым. И не всегда побеждает атлет с большим весом. Предварительные схватки изматывают спортсмена и истощают его силы. И результат поединка может оказаться весьма неожиданным. Почему мне интересен этот турнир, что здесь не только сила преобладает, здесь функциональная готовность человека в общем, не только руки, и выносливость, и дыхание, тут много факторов. Честь Уссурийска защищали два спортсмена – Александр Саенко и Александр Петрачков. У Саенко самый легкий вес, и шансов на победу у него было немного. А вот Петрачков боролся на славу. Для него эти соревнования – новый уровень в развитии. Больше нравится. Я даже не столь приехал сюда, чтобы как бы не приехал. Ну как, я с Уссурийска сам, но, можно сказать, приехал не побеждать, как бы, а больше опыта получить, потому что все, кто здесь присутствует, все ребята уже с уровнем, не один год занимаются, кто-то даже 10 лет уже занимается здесь. Вот. Чемпионы Дальнего Востока и тому подобное, как бы. Поэтому интересно. Ну, побольше опыта, чему-то научиться у них, посмотреть на других, как говорится, и себя показать. Обычно в турнире участвуют только приморские спортсмены, но в этот раз приехал и один борец из Хабаровска – Азик Магарамов. Привлек турнир и круговой системой, и возможностью посостязаться с новыми атлетами. Я первый раз в такой соревновании участвую, круговой. Ну, интересно было, поэтому приехал. Хабаровская краевая федерация армспорта и Бар-университет выступили партнерами соревнований. Победил в турнире по сумме результатов борьбы на левой и правой руках участник из Арсеньева Сергей Юрченко. На втором месте хабаровчанин Азик Магарамов. И на третьем – владивостокский спортсмен Даниил Ясаков.